Какие-то разминочные упражнения помогают вам поддерживать форму, скажем, перед концертом? Да. Я делаю простые упражнения, которые позволяют мне чувствовать себя комфортно, чувствовать себя в форме. Почему бы нам не перейти к барабанам? Я вам там все покажу. В качестве разминки, помимо всех этих рудиментов, триолей, парадидлов, любых упражнений, которые вам нравятся в качестве разминки, я предпочитаю еще пройтись по всем тонам. Я это делаю вот почему. Это позволяет мне размять тело и почувствовать посадку. Вот что я делаю. Я играю по всей установке туда и обратно. Вы можете изменять скорость, динамику. Это упражнение я делаю обычно 2-3, может быть 5 минут. И еще я люблю играть двоечки по всей установке. Еще одно мое любимое упражнение. Его показал мне мой приятель Мина Симилу. Он как перкуссионист выступал с группой Weather Report. Это упражнение, можно сказать, как скороговорка для барабанщика. Он называл это упражнение «зеркало». И делал вот что. То, что он играл правой рукой, это же он повторял левой. И мы перед выходом на сцену за кулисами обычно старались переиграть друг друга. Я сыграю это, используя, может быть, два малых барабана, вы получите представление о том, как это должно звучать, и потом переделайте это упражнение примерно к себе. Опять же, вы можете это ускорять, изменять динамику, в общем, получать удовольствие. Вы не могли бы рассказать нам, как вы развили свою манеру игры? Мне думается, что моя манера стала такой, какой она есть, благодаря исполнению различных стилей музыки, достаточно регулярно. Опять же, каждый стиль требует отличного от других звучания инструмента. Частично, я думаю, это определяется тем, как вы настраиваете барабаны, а частично тем, в какой манере вы ударяете по ним. И с годами я добился того, что мои барабаны звучат по-разному в различных музыкальных ситуациях. Вот эта установка, она основная, как бы. Я именно ее использую в основном на записях. Это моя как бы многоцелевая установка. Я не мог бы сказать о каком-то конкретном приеме, который я обычно стремлюсь развивать. Вы обычно придерживаетесь какого-то подхода при исполнении удара по барабану или по тарелке. У вас ведь очень четкий стиль игры и очень раскрепощенная манера. Определенно. Такой подход сложился как-то сам. Я не работал как-то специально над этим. Я долго искал
тип палочек, который мне больше всего бы подошел. В конце концов, у меня есть теперь свои палочки. Я чувствую, что я как бы в седле, я чувствую себя в своей тарелке и могу получить то звучание, которое могу использовать и на которое могу положиться. Я использую этот подход для получения различных звучаний. Это очень важно, то, что вы держите в руках. При игре на барабанах, в отличие от других инструментов, гитары и прочих, между барабанами и вами есть еще что-то. Поэтому стоит потратить время, чтобы найти именно те палочки. В тех многих группах, где вы играли, заметно было не только то, что вы играли, но и то пространство, что вы оставляли. Что вы думаете по поводу пространства в ритмической канве? Я думаю, что иногда именно паузы и остановки фанк-музыки делают ее заводной. Вы понимаете, да? Очень часто это делается и для того, чтобы дать возможность другим музыкантам выразить в этот момент свои мысли. Это дисциплина. Это касается того, как вы слышите друг друга, того, насколько вы восприимчивы по отношению к той музыке, которая звучит параллельно с тем, что делаете вы. И не надо бояться сказать, что вот здесь я ничего играть не буду. И динамика. Вы играете в очень большом динамическом диапазоне. Я всегда чувствовал, что если вы играете так, то в этом случае вам есть куда идти. Если вы начинаете с того, что чуть не крушите оборудование, то куда же вы тогда идете? А если вы играете разнообразно, то это интересно слушателю, это интересно другим музыкантам, это оставляет место для размышлений, для вдохновения на игру между музыкантами. А если все молотят изо всех сил постоянно, то этого не получится. Но иногда нужно вдарить, что называется, по максимуму. Тут нужно чувствовать. Это зависит от музыки, от ситуации. Я стараюсь быть открытым и восприимчивым к тому, что нужно музыке. Я слышал ваши соло в различных ситуациях. Вы играете в размере 6 восьмых, и похоже, что вам это нравится. Как это происходит? Я не знаю, я начал солировать, используя множество секстоли и триоли, играя с Weather Report. Я почувствовал удобство на том концерте, исполняя подобные вещи, и теперь играю так всякий раз. Я думаю, что то, что вещь Instincts Movie Bring on the Night тоже играла 6-8, это было просто совпадение. Я почувствовал удобство при исполнении соло на гастролях с Weather Report. И вот поэтому, похоже, очень многие, кто слышал мои соло, считают, что я солирую так все время. Но это просто случайность. Как если вы увидите чью-то игру и посчитаете, что он именно так всегда и играет. Хотя мне нравится выражать себя в размере 6-8 или триолями. Фактически, пьеса под названием Mystic's Glance, которую я написал для своего первого альбома, она тоже в размере 6-8, и там я тоже немного солирую. Когда я играю соло на барабанах, я стараюсь не переигрывать. Мне нравится сохранять то чувство и настроение, которое было в контексте в музыке, исполняемой группы. Мне нравится сохранять внутренний ритм музыки. Мне нравится, чтобы соло на барабанах было максимально спонтанным, было чисто из головы. Я стараюсь не слишком много думать по поводу того, что именно собираюсь сыграть. Я просто сажусь и позволяю этому случиться. Например, ритмическая канва Mystic's Glance, которая строится на ритме в 6 восьмых. Тут, возможно, я сыграю короткий рисунок в размере 6 восьмых и потом добавлю поверх него несколько мыслей.
Хорошо, давай сыграем ритмическую основу Mystics Glance. Сыграем в замедленном темпе. Это партия баса и барабанов из Mystics Glance. Начало? Да, начало. Опять же, я задам ритм сам, а потом ты присоединишься. Мы сделаем как бы петлю из этого ритма, который играет в выступлении. Хорошо. Сыграем в замедленном темпе, и все смогут увидеть, что здесь происходит. А теперь, Виктор, давай мы займемся тем ритмом, который предшествует соло, ритм брейка. Это ритм в размере 6 восьмых. Я знаю, что это звучит немного странно, но почему бы тебе не играть сильную долю в каждом такте? Я продемонстрирую всем, что тут делается. Это мы тоже сыграем медленно.
В пьесе, которую мы только что посмотрели, группа играет фигуру, а вы как бы накладываетесь поверх нее. Похоже, что вы хорошо знаете, где находится эта фигура, и играете что-то с ней не связанное. Что служит привязкой для вас? На чем вы концентрируетесь? Я всегда говорю своим студентам, вы должны начать внутренне ощущать ритм, время. Внутренне ощущать характер тех различных ритмов, что вы играете. Одним из способов достижения этого является, как это я называю, создание нити внутри ударной установки. Этой нитью может быть хай-хэт, или какой-то устойчивый пульс из восьмых или четвертых нот, или что угодно. Или это может быть партия тарелок, или бас барабана. Когда вы играете, вы поете про себя? И еще говорю я, что эта нить может быть чем-то, что не играется, но звучит в вашем мозгу, и вы опираетесь на это. Если говорить об игре поверх тех фигур, то иногда я как бы отвечаю им. Иногда я стараюсь сделать что-то такое, что можно рассматривать как контрапункт. Иногда мне хочется сделать брейк и просто повеселиться, как бы убрав тактовые черты. Я играю как бы насквозь. Вместо исполнения однотактовых фраз, я играю иногда двухтактовые фразы, иногда четырехтактовые. А иногда требуется шесть или восемь тактов для того, чтобы закончить мысль. Опять же, нужно стараться оставаться максимально открытым. Это почти как серфинг, когда вы катите на гребне волны. Тут не требуется уже ничего делать. Вы оседлали волну, и она вас катит. В этом для меня заключается кайф и веселье при обыгрывании такого рода ритмов. Вы сейчас пробуете играть свинг или боп? Не так часто. Я всегда очень любил играть эту музыку, она всегда мне нравилась, но у меня есть сейчас шанс немного поиграть свинг.
Я заметил, когда вы играли только что с Виктором, что вы поменяли палочки. Эти больше соответствуют характеру бибопа. Да, мне нужны более легкие палочки. Благодаря таким палочкам я добиваюсь более нежного звучания тарелок. Эта музыка только тогда хороша, когда вы играете легко, когда ваше касание барабанов хорошо сбалансировано. Может быть, я бы вернулся тут тем палочкам, с которых начал, к той установке, поскольку за ней я чувствую себя комфортно, мне нравится то звучание тарелок. И в целом мне нравится. Какие-то палочки — это 5А, старые добрые 5А. И вы играете в традиционной манере, с традиционным замком. Иногда. Верно, опять же, поскольку я начал играть эту музыку, используя традиционный замок, это как бы моя страсть и соответствующее отношение, подход. Да, вы поняли. Смешно, но я не думал о том, что играю традиционным замком, пока вы этого не сказали. Но иногда... Я думаю, я как бы переключаюсь к тому, с чего начал, и это дает мне такое ощущение бибопа, знаете. We'll be right back.
Я обычно использую гитарный усилитель вместе с проигрывателем, ставлю их сзади себя. Может быть, некоторые в Нью-Йорке видели это у меня ранее. Это позволяет мне воспроизводить записи очень громко. Обычно я играю под свои любимые записи. Какие, в каких стилях? Ритм-блюзовые записи, музыка Motown. Как, например, Sly and the Family Stone. Или вы помните Meters? Да, конечно. Я люблю играть под эти записи. Еще записи Earth, Wind & Fire. Я думаю,
Это позволяет мне узнать стили других барабанщиков, как они создают ритмическую канву. Иногда я даже играю под записи Билли Копхэма. Это вечная музыка, я пытаюсь имитировать то, что он делает. А кто из барабанщиков первым на вас повлиял? Когда я начинал играть у себя дома, я слышал много джазовой музыки, поскольку мой отец был музыкантом. Это были записи Train, Elvin Jones, Jazz Messages. Я много слушал вот эти записи. Max Roach, Buddy Rich. Это были мои любимые джазовые исполнители. Вы, слушая их, пытались снимать, скажем, Элвина, ноту в ноту. Смешно, но снимая записи этих музыкантов, а потом, слушая их концертные выступления, я обнаружил, что использую ту же самую манеру игры палочкой. Поскольку, имитируя звучание, вы получаете то звучание, которое слышится. Я думаю, что, снимая по слуху, вы 8-9 раз из 10 угадываете стиль игры палочкой, не осознавая того, совершенно не осознавая того. Это помогает вам изучить стили других. Если вы знаете достаточно хорошо стили других барабанщиков, других музыкантов, вы тогда начинаете понимать, что такое стиль вообще, и создаете свой собственный стиль. Это может быть где-то очень глубоко спрятанное, как бы влияние на вас, тех людей, которые вам нравятся. Слушая этих музыкантов, вы больше концентрируетесь на ритме как таковом, или вы больше солируете? Я как бы над этим. Конечно, слушая записи ритм-блюзовые, я стараюсь играть ноту в ноту, чтобы воспроизвести эти ритмы. Да, действительно, я стараюсь в них въехать. А затем эти записи уже играют роль метронома, который можно ускорять и замедлять. Я пытаюсь замедлять и ускорять эти записи. И я думаю, эти записи очень помогают мне понять, как играть так, чтобы создавать хорошее настроение. Для меня это очень важно. Даже если я играю простой ритм, я стараюсь, чтобы он здорово звучал. Я пытаюсь создать ощущение свинга, создать плавное течение, чтобы если вдруг все перестали играть, вы бы все равно ощущали это течение, этот ритм. Это очень важно. И еще мне отец говорил, когда духовики работают над своим звуком, они выдувают целые ноты. Они берут одну ноту и держат ее, пока хватает воздуха в легких. Они добиваются тем самым гладкого звучания, особого тембра, такого, какой им нужен. А барабанщик может применить ту же концепцию для поддержания ритма. Берете ритм, над каким ритмом бы вы ни работали, в джазе, фанке, в роке, какой угодно, и просто держите этот ритм, не играя никаких заполнений, и записывайте себя. Я должен сказать, что очень хорошо записываться. Прислушайтесь и поймайте этот ритм, поскольку очень часто барабанщики играют различные заполнения каждые 4 такта, каждые 8 тактов. Это входит в привычку. Это входит в привычку, поскольку тут есть тома и тарелки, у вас присутствует постоянный позыв сыграть заполнение. И если вы работаете над ритмом, так же, как духовики работают над тоном, мы не можем играть целые ноты, мы можем играть ровный бит, никаких заполнений. Пусть это заработает, вы должны добиться хорошего ощущения. И слушайте свои записи, вы узнаете, когда там есть свинг, когда это хорошо воспринимается, когда это катит. Импровизация на басу и на барабанах. Фанковый ритм.
Большое спасибо вам за прекрасную игру и множество ценной информации. Нужно будет потратить много времени, чтобы переварить ее и усвоить. Спасибо. Было очень приятно. Я надеюсь, это окажется полезным. Мне тоже было очень приятно. Спасибо за внимание.